Я подозреваю, что это не для того, чтобы трогать руками, если только там нет... А для этого, да? То есть, если есть табличка, трогайте меня, трогайте. Значит, тут работает так. Вы платите денежку. Каждый час стартует экскурсия. Экскурсия занимает 45 минут. Тут всюду вас водят внутри, снаружи. Но можете и сами ходить гулять за те же самые деньги. Есть очень много всяких, вот видите, здесь рассказывают вот в таком формате. Можно прийти, послушать, пойти дальше. Мы снимали этих животных, помните, это морские слоны, вот эти вот sea elephants. Мы их уже снимали. Здесь информация о том, что в Калифорнии запрещена охота за плавниками акулы. То есть мы в этом не участвуем, как говорится, вот, в прилагаемом тексте. Весь музей состоит из таких маленьких, ну, павильончиками не назовешь, ну, стендиков. Вот из таких стендиков. И разные люди рассказывают. Конечно, то, что это университет, который специализируется на исследованиях морей и океанов, это, конечно, вносит свою специфику, что ли, в подачу информации. Это все очень научно, это все познавательно, аргументировано там и так далее. Вот. Это вот периметр музея. Вы видите, мы тут так, вот, зашли. Аквариум, смотрите. Тут рассказывается про эксперимент по обнаружению краба. Вот он там травкой такой как бы зарос. И вот они здесь в описании рассказывают, какой был эксперимент, как они его делали там и так далее. А вот неужели это все настоящее, боже? Что-то я не пойму, что это тут плавает-то. Надо пойти почитать. Да, друзья, как медузки, что ли, какие-то. А, смотри. О, жизнь. Да. Чудные дела твои, Господи. Так, можно сказать. Так. Вот краб, пожалуйста. Такой основательный краб. Да. Здесь рассказывается, как растет краб, в том смысле, что ракушка-то, ну, в смысле, вот его, как сказать, панцирь. Не растет, а как же растет тогда краб, если панцирь не растет? Вот они тут объясняют, что происходит. Тоже такой аквариум. Они, в принципе, рассказывают здесь сверху, в этом тексте, куда девается рыбка, когда отлив. Или там волна, допустим, идет, и дно обнажается, куда в это время девается рыбка. Да. Спрашивает, это говорит, что растение или животное? Вот как оно шевелит, правда? Да. Как рыба себя защищает? Хороший вопрос задается. А вот
вот тут целое царство. Вы видите, вот эти розовые животинки. Тут не только они, тут много чего есть. Интересно. Да. Смотрите, что творится. А вот эти красавцы, смотрите. Да. А как вам вот такая живность, друзья? Да. Медузки. Что-то интересное тут происходит, не знаю. Да. Лунные медузки. Moon jellies. Еще один аквариум. А тут вообще страшное дело, смотрите. Детвора. Может руками потрогать. Came from one of the sharks over here. No, it stays here. Put it down. So the baby shark will live in here and the mom will lay the egg. This dragon is just going to get attached to the kelp. Пожалуйста, кому хочется потрогать руками. Саша уже потрогала. Они прилипают. Если маленькие мальки там проявляются, то они прилипают и ага. Just keep it under water. Yeah. Ну что, Саша, как она на ощупь? Да? Сашонь. Не слышит нас она. Просто как тебе вот это все передвижение морских звезд? Вот как ты с ними? Хорошо. Ну, не страшно? Переворачивал этого червячка. Я показал. Не страшно? Нет. Рукой берешь. Ничего? Нет, он тебя не съест. Нет. Это, друзья, акулы. Они без зубов. Точнее, зубы есть, но маленькие. Они совершенно спокойно лежат. Свет, потрогай. Так. Так, Саш, иди трогать акулу. They are not dangerous. They are not dangerous. They are nocturnal, which means that they're sleeping right now and they're awake at nighttime. Yeah. Okay, but this, where do they live in the real world? Out in the wild, they live right here in Monterey Bay. Yes. Oh, they're local. They're a local. Не забывайте, друзья, мы в Калифорнии. Здесь так много причуд у людей. Вот они. Показывают пластиковые бутылки, пакеты, всевозможный мусор. Вот то, что на самом деле океанской жизни мешает жить в своей океанской жизни. Вот так они наглядно. Я думаю, что на деток это может произвести большое впечатление, я надеюсь. А тут, друзья, прямо инструкция, как именно погладить. Говорят, вот погладь, значит, обратной стороной руки, нежненько. Вот. Когда вы приходите в музей, тут при входе стоит проектор, и вот на экране идет кино, там минут 7-8 буквально, рассказывает о том, как работают ученые, открывая тайны океана, собственно, об этом весь музей на самом деле, то есть Discovery, да, как открыть все это, как проникнуть в тайны.